Внимание, внимание! Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Devil Play. И вот такая вот музыка начинает громко играть. Вот, называется Guardian Tales игра. Вот, решил запустить вот новую игру. Где-то я, короче, с ней пересекся, увидел. И решил сделать по ней запись. Да, чем-то напоминает по заставке Genshin Impact, но по геймплею совсем будет другая игра. Что у нас тут? Сервера Европа, Северная, Латинская, Азия, Мазия. Ну, значит, Европа так Европа. Блин, громко. Войти через Facebook, Apple. Короче, сейчас я зайду в игру и дальше продолжу. Ну что, ребята, зарегистрировался через Google. Вот, и дело потише, а то это вообще капец, громко было, жесть. И нам игра предлагает, короче, еще на 384 мегабайт скачать, сделать скачивание. Вот, и играть туториал, пока скачиваются данные. Не играть туториал, пока скачивается. Короче, давайте сыграем пока в туториал, и заодно и будем скачивать игру. Закуска, закуска, загрузка. Я еще ни разу не открывал эту игру. Кстати, я скачивал ее давно. Что-то еще не добирались мои руки до нее. Записывал, сами знаете что. Если вы уже давно мне смотрите, и мои подписчики, а если нет, зритель, если ты наш гость, добро пожаловать, то... Да, я ее еще не запускал. И, в принципе, так скажем, да, я знаю, что анимешная какая-то игра. Вот такая весь красочная, вся такая прям... Там, не знаю, феечка какая-то летает. Вот, но не совсем помню, короче. То ли РПГ, то ли пошаговая, то ли хер его знает. Ну, что-то на то похожее. Хорошая работа, ребята, вольно. Это наш долг как стражников защищать Кантерберийское королевство. Продолжай улучшать себя. Ага. Сегодня у нас наконец-то новобранец, давший все вступительные тесты. Это, наверное, про меня. Выйди из строя и доложи о себе, стражник. Молчаливый, но молодой, страстный стражник. Что? Страстный стражник? Рыцарь. Девушка-рыцарь. Нет, мы рыцари. Ок. Ок. Ввести ник. Что значит страстный? Агрессивный, вежливый. Выбрать личность персонажей. Как она повлияет, кстати. Если кто знает, напишите в комментарии, если вы играли в эту игру. А, давайте агрессивно возьмем. Это, хочется мне вот агрессивно взять. Так. Devil. Нельзя. Ладно. Нельзя так нельзя. А вот так можно, да? Блин. Не получается. Давайте так. О, я же тут лишний. Лишнюю букву написал, а так все должно получиться. Вот, красота. Прям вот под ник, понимаете? Название моего канала прям вот точь-в-точь, прям вот под количество букв для ника в этой игре. Кстати, English, японский. Ой, лучше вообще не трогать, японский не надо. Пусть лучше уж на то пошло, English будет. Так, открыли мы масочку. Поздравляю, я знала, что ты справишься. Я рассчитываю, что ты станешь полноценным. И тут настал пиздец. Кэп, капитан, докладывай, большой непознанный объект приближается. С неба. А ну-ка. Что за голод нам летит? Святая Прометея. Это нихуя себе голубище, блин. Что? Что, черт возьми, это такое? Ух ты, нифига себе, 3D эффекты такие, да? Молодцы. Бля, не прочел, блин, не прочел, я вообще не успел. Ну, короче, что-то типа, беги, там, останься, спасайся, не спасайся. Что-то в этом роде было. Вот, кажется, нас феечка спасла. И все, лучше играть так. Ага, значит, мы двигаемся сами, это уже хорошо. Это уже приятно, блин, не то чтобы автобой, оно будет само по себе двигаться, шевелиться и вообще, в принципе, все в этой игре не делается само по себе. Так, ух ты, 70 уровень.
Так. Вот так, обратно. А может сюда можно подняться, не? А ну, еще раз. Не. Никакого тут секрета нету. О, прям как Зельда, блин. Двухмерная. Вот где настоящая Зельда. А то все говорят... О, Геншин Импакт Зельда. Вот она, Зельда. Вот, видите, вот. Самые, так скажем... О, меч нашли. Твой первый меч, оружие, которое ты никогда не забудешь. Классно. Вообще, сама суть Зельды, я еще и на Супер Нинтендо еще играл. На эмуляторе, честно говоря, у меня самой Супер Нинтендо не было. У меня было Dreamcast. Блин, если ты знаешь, что это за приставка, блин, братан, ты свойский. И, блин, прожми лайк, честно. Или там напиши комментарий. Хотелось бы узнать, есть ли такие еще люди, которые знают, что такое Dreamcast. И, соответственно, там, короче, был диск с 300 там с чем-то играми на Супер Нинтендо. Твоя жизнь бесценна, чё? Не успею почесть. Твоя жизнь бесценна, подумай о людях, которые ты любишь. Ага, хорошо, подумай. Я агрессивный персонаж, мне не до любви. А, что это было? Она выглядит как мы. Это кто говорил, типа? Ого, да даже стелсы, видите, есть, как его? А, элементы, типа, если со спины атаковать, то, блин, будет... Ай, бля, я мог сейчас тоже... Говорю, понимаете, и не делаю. Ну, ничего, молодец вообще. Пока себя не похвалишь, никто не похвалит. Прометея. Спасибо, что... Я Линда. Это Боб. А кто Прометея, блин? Он принял первый удар, когда враги вторглись. Я пытался увести его, наверное, хотел написать. Блядь, не успеваю. Хорошо, что вы были здесь, чтобы спасти нас. Капитан Ева до сих пор сражается с восточным побережьем. Вы должны помочь ей. Хорошие вещи никогда не забывают, наверное, что это. Они не мешают. Учебный щит, ага, заебись. Так, учебный щит, щедрый подарок от Линды Боба. Так, сразу автоматически экипировалась, это хорошо. Так, бежим. Ну и, короче, там было игры Супер Нинтендо, на чем я остановился. И вот там же я с Зельдой... познакомился, короче, или на Денди, блин, хрен его знает. Мне кажется, там, может, то ли ремейк был его. Типа, из Nintendo, там, Денди. Многие, может, знают под таким названием эту приставку. Нет времени праздновать, присоединись к остальным у стены на 7 линий обороны. Мне нужно добраться до трона и защитить королеву и принцессу. Ладно. Хочешь помочь мне? Нет, не хочу. Мне нравится твой настрой, заебись. Новичок. Хорошо, я поверю. Поверю твоему энтузиазму. Но я отправлю тебя обратно, как только что. Выдвигайся. Короче, как мы только разберемся, надо отправить нас обратно, я хотел сказать. Что это? Что это было? Новый персонаж, типа, открывается у нас. Капитан рыцарь Ева, предводитель. Ну, блядь, чем тебе не Геншин Импакт, блин? Даже и персонажей новых открываешь. Еще плюс они сразу. Сходу вместе с тобой бегут, понимаешь? Сразу вот с тобой вместе борются со всеми. Клёво. Так. Блядь, никак не договорю я свою историю, короче, про эту Зельду, блин. И там вот тоже точно такие вот эффекты. Если типа, поднимаешь куст, выкидываешь там что-то выпадать. Поднимаешь куст, под кустом может быть какой-то, блядь, кристаллик или сердце. Поэтому, блин, вот эта штука, так сказать, вот этот... момент очень напоминает Зельду лично меня. Не знаю, как вам, можете написать комментарии, если согласны или согласны. Здесь нет никаких спрятанных сокровищ. Ничего. Ну почему чат сам по себе попадает? Не играй с огнем, здесь просто не надо. Угу. А это здесь что написано? Здесь нет никаких препятствий. Спрятанных сокровищ. Да есть, блядь, как... Ух, блин. А ну, блин, порви нахрен эти. О, что это было сейчас? А, тут этот комбо-удар. Так, а это что у нас? А, вот. Наверное, вот так надо. Так. Или что это? Блин, если здесь какой-то есть, какая-то тут, наверное, наёбка есть. Что-то здесь можно сделать, наверное. Оп. Да нет, ну пошли дальше тогда. С этой фигнюшкой посмотрим.
Это босс, наверное, будет, да? Мы так и не нашли применение, да? Эх, обидно. Ого, ничего себе. Круто. Блин, куда? Убеги, убегай. Думаю, сейчас тебя смет стукнет. Ты ёбнутый, блин, бык. Так нечестно же, блин. Класс, мне нравится, кайф, вот эти эффекты, вот это все. Я только мечом могу размахиваться, что за хрень, блин. Ну. Ух ты, попал? Он что, когда что, бессмертный, что ли, или что? Все, зафигись. Зафигись, вообще, новое слово придумал, зафигись. И зашибись, а я зафигись. Зафигись, товарищ Минотавр. Так. Может, надо было обратно пойти? Сейчас открылся там бы секреты и все остальное. Блин, напишите в комментарии, если пропустил, если вы играли, конечно, в эту игру. Если она у нас не новая, что-то уже пройденный этап. Просто держись, пока ты не будешь в безопасности, ладно? Спасибо, королева Камила. До встречи в убежище. Ага. Нас, короче, послали в убежище. Это были последние. Я знаю, вам должно быть страшно. Но нам нужно защитить людей. Точно так же, как сделал... Ты можешь сделать это для меня, сестренка? Я не боюсь Ками. Я буду хлаблой, плям как ты. Правильно, храбрый. Моя, чё, маленькая сестра, типа. Королева Камила, принцесса Ева. Ты вернулась, чтобы спасти нас? Оп, моя грамота заговорила. Что, разве ты не... Стражники, как хорошо видеть, что ты в порядке. Отойдите, ваше величество. Ого. Не, прикольные спецэффекты, да, ребят, вообще класс. Это, я так понимаю, сейчас пришел, нас завалит, блин. О, как это же классический стандартный идет. Камми. Ева. Стоп. Ого. Это тоже, кстати, классический стандарт. Тут какая-то суперсила появляется всегда. Опа. Какого-то злого лорда заковала в цепи. Что происходит? О, типа она в бахере, да? Нужно уходить эти цепи. Уходить из цепи задержит его ненадолго, наверное. Или надолго. Все захотели телепортированный круг. Телепортающий телепорт. Блять. Эх. Мой язык заплетается. Не судите строго. Создано Team Snake. А, типа, кем создано? Куда мы направляемся, ваше величество? Кстати, на русском это тоже офигенно, я скажу вам. Блин, я русский не успеваю читать, мы найдем подсказки из последней пристанища. Ну, если кто-то хочет сильно, прям сильно, может стоп нажать и сам прочесть. Я что успеваю читать? Бля, опять это хуйлан за нами летит. Это какой-то пиздец, слушайте. Не может быть, он последовал за нами через телепорт. Камни, это значит, что он вернулся. Все, держитесь, полный вперед в контрбейскийских развалин, короче. Частники Ева. Эта игра началась. Я пиздец, блин. А ну, может бить хотя бы можно? По башке ей попал, ты королеве. Так, подожди, ты куда стреляешь? Надо хотя бы, наверное, так сделать. Не, ну прикольно придумал. Ух ты! Ничего себе. Так нечестно же. Блин, ну это нельзя, наверное, вернуться было. Камми, Ева. Камми, Ева, Камми. Come to me. Пролог пройден. Блин, прикольно, я скажу вам, ребята. Фу, нормально. Хоть она 2D-шная игра, да, ребят, согласитесь, зато смотрите, как прикольно всякие спецэффекты, блин, это... Так, знаете, пролог есть, там сюжет и так далее. Класс. Я думаю, что игра зайдет, как мне, так и вам. Но мне она уже начинает нравиться. Вот. Что там, приключения? А ну-ка, давайте посмотрим, что там будет дальше, как оно будет. Ага, у нас тут, значит, есть карта. Открываем вот эту карту.
Так, ну давайте же и это посмотрим тоже. 15 кофе, короче, это на энергии наши чашки кофе. Видите, на 103, а так максимум 50, 63, типа. Короче, какие-то еще дополнительные у нас есть. И посмотрим, как оно будет выглядеть, как какой-то стандартный этап, или же реально тут есть сюжет, приключения, ну, в смысле, линейность какая-то всего этого дела. Так. Загрузка. А, я так понял, пока мы пролог проходили, уже игра скачалась, это круто. Сюда что-то там будет. Не надо. Не беспокойся. Мы будем в порядке. Это малая, наверное, да? Тащит его, типа, успокаивает. И мы найдем Камиеву. Человеки, взять их. Профит. В смысле профит? Посмотрите на меня, предки. Я прожила достойную жизнь. Ух ты, я здесь, вы глупые монстры. Сумасшедший гоблин. В смысле сумасшедший гоблин? Это типа они ее так назвали, сумасшедшим гоблином. Те сами еще те гоблины. Трактир. Все, вот так и вот игра начинается. Да, походу здесь что-то будет интересно. И на этом будем заканчивать, ребята. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно пишите комментарий по поводу игры, как вам интересно ее смотреть. Если да, ну, в принципе, оно мне уже начинает нравиться. Может, еще пару серий запишу, а может быть, и будем играть ее чаще. Все зависит от вас и от того, как мне, конечно, понравится, не спорю. Спасибо вам всем за просмотр. Подписывайся на мой канал, если все еще не подписан, чтобы не пропускать новые видео. Также ты можешь подписаться на ВКонтакте, на группу ВКонтакте, короче, на Дискорд канал. И, кстати, прожимай колокольчик, чтобы не пропускать уведомления, потому что когда ты ставишь, не ставишь колокольчик, то не все уведомления приходят о новых видео. А колокольчик это значит, ну, любое видео, которое уходит, ты будешь знать об этом, будешь с удовольствием смотреть с чаечком, печенечком, короче. Удачи, до следующей серии. Надеюсь, все это сделал. Пока.